позор. Давай. Дубль три. Ормагеддон. Блин. О, Так. уже получше. Только поставь Один-ка. нормально этого. Ты забыл? Тебя ошибки не учат? Нафиг яблоко, нафиг яблоко. Так, и газ, да? Да. Бум. Молодец, потому Всем. что им легко промазать. Ну, это не для меня. Я всегда попадаю. Фух. Не скидывай голема. Зачем ты скидываешь голема? Не надо. Они Ну тэпаются, ладно. когда вместе. Лучше затравить. Хорошая идея, но я лучше кину блокиратор. У меня времени нет, блин, когда я захотел травить. Вот не надо архивот. Архивот его прикрыл. Подожди! Блин, знаешь, как повезло бы только что. Главное, чтобы по фермеру попали, понимаешь? О, кстати, ты можешь ударить теперь. А ну-ка, блин. Четко в тебя прилетело. Тихо, тихо. Сопля! Бум. Вообще можно липучку? Кува. Блин, надо лететь. Вот это ты себе сделал рай, конечно. Это было не хорошо, что он только на один этот. Ой, охранник обезвреживает. Опа. Понял намек. Пиковый. Ну тут уже летать не И придется. поле поставь, поле поставь. Куда? Куда-нибудь. Как думаешь, достану? Согласен. Блин, так я отлечу. А. Тут проблемы не отлетишь, тут проблемы в попадании. Да блин, ты кривобалку поставил. Тебя бьют. Мне Ну кажется, тебя бред хотят какой-то. убить. Сколько время? 0042, твою дивизию. А я еще в Триадро хотел поиграть. Слушай, а я еще хотел как-то не подготовиться. Плохо. Насколько все плохо. Трындец. Насколько все плохо. Жесть. Твои планы? Скинуть его лазерами? Кстати. Я бы на твоем месте скинул бы его лазерами. И потом ударил по кувалду. Но ты бы так сделал, я так не сделаю. Может, ты блок поставил бы? Блин, я не успел убежать. А ты не Принял хочешь на брос. фермера атомку поставить? Он опять прикроет. Не прикроет. У него две балки. Где?
Да пофиг, поставь. Какая разница, прикроют сейчас или потом? Ну, зато. Зато урон, да. А как мы... А если пусть... Как ты... Опа. Фермер решил сам себя прибить. Как ты предлагаешь бить архибота? О! А нет, все равно никак. Хотя нет, можешь! Если ты поставишь балку, но ты должен поставить две балки. А нет, ты не сможешь. У тебя есть якорь? Нету. Тебя там могут вынести, но я буду молчать, так что ладно, сам думай. Мне сейчас охранник вынесет. Слушай, я охранника обезвредил. Поставь там палку и удари архибота. Такой. Поставь Тут балку не... нам. Иди туда. Иди туда. Поставь балку под нами, чтобы нас как-то не вынесли. И удари архибота. Яркая поставь, отойди от меня. Блин, нас двоих сейчас будут пить. Сохраним стопы вынесет, понимаешь? Нет. Я Нет, просто охрана уверен, не что нас. вынесет. Нас вынесет архибот. Ой, фермер. Пожалуйста. Пожалуйста. Я просто удивлен, как они нас не вынесли. Ой, нет. Нет, нет. Уходи. Да ранец. Ну, ну, почти, ну. Ранец, Эй, свою кстати, у меня дочь. блок заканчивается. Слышишь? Посмотри, где я стою. Ладно, я понял. Намек. Дебила спасать надо. Кто бы говорил? В смысле, кто бы... В принципе, не так уж и плохо. Поставишь блок. Ну, если не просру опять ход, поставлю. Ну, теперь объектов много. О. Знаешь, что я хочу сделать? Не надо. Просто поставь блок. И поле. Улетаться, блин. Понял. Но блок нам нужен, потому что сейчас он захилит и себе яблочко, ему будет плохо. И лучше бы ты поставил его в левую, в другую сторону. Да нет, нормально. У тебя летит цепля. Да я выучу уже. Так, у меня куча лазеров. Это намек. Забей его. Топить, я сказал. Чем? Да аккуратно, попади на балку. Оу. Ты еще кританул по нему. Трындец. Ну это не очень, Блин, это больше плохо, чем заткни. хорошо. Нет, 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 нет. Блин. Нихера себе. Сколько он хп нам 33 снес? хп. Мне Я 33. регенюсь. Осторожно, сопля. Сопля, точнее, я сопля. Да хватит промахиваться веревкой. Ты бесишь. Чем его убить? Чем угодно.
Тоже хорошая идея. О, охранник Охранник упал. упал. Да это вообще без разницы, знаешь. Хотя, если я ударю автоматом. Смотри-ка! Понял, какая это крутая вещь? 14 хп осталось, блин. Блин, я забыл зарядиться! Блин. Он чуть блок Чуть не ли сломал. не Да-да. Ты Комендант можешь лазерами его здесь. добить, да? Да-да. Можешь лазерами? Да. У тебя еще Блин, неонная пушка опять. есть. У тебя урон от тока! Оу, май. Да Опять вслепляюсь. сопля. Это называется не расслабляйся. Только охранник осторожно. Я предупредил. Я не наговариваю. Я предупреждаю. Я просто... Я его убью. Ура! Сопля не пропадает. Я вспомню. Ну ладно, обновление блокиратора тоже. Точно, сопля. Них, как? Так, не, я, пожалуй, големов буду бить, чтобы у нас соплей было меньше. Я бы сказал, чтобы их вообще не было. Ну, я пожертвовал собой ради этого дела. Нет, он сейчас вылетит. Пожертвовал собой. Блин. Блин, тупой газ. Это ты тупой. Да в смысле, надо Газ разобрать хороший. этот газ. Очень интересно. Блин, опять сопля. А, блин, морковку не дали. А, это же когда двоберс. Кого? А, морковку, ну да. Да, сделай то же самое. Только нормально. Ну ты даже опустил вниз. Не хотелось рисковать. Вали, вали, сейчас от сопли. Да я не знаю, каким образом мне это получилось. Все, мочи того хотела. Да блин. Так. Ну, в принципе. О, теперь я смогу кинуть туда газ. Ого. Что он снимает много. Так, все, минус голем. Это хорошо. Почти минус я, это плохо. О, ты не хочешь затянуть 3 зубца, фермер? Да нет. Согласен. Ладно, кинь газ тогда. Это было странно. Ты что-то говорю? Почему она такая быстрая? Почему такая быстрая? Потому что мы убили архибода. Блин, фермер. Это ловушка. Кинь просто эту штуку, пожалуйста. Нет, газа больше нет. Нету газа? Нету. Липучку. Да не думаю, что больше пойдет. Сопля. О, тут ты робота уничтожил, это специально для меня? Ну да. Ты же любишь тупить на таких моментах. Согласен. Сейчас такой на краешке останется.
1, 45 и 83, неплохо. Оу. Обидно то, что он тебя ударил. Кстати, сопля, ты зря так близко стал. Неплохо. Так было задумано. Его убьет. К 100. И ты тоже осторожен. Офигеть! Я не знал, что такое есть. Это... Кува. Кува, кува, кува. Он, кстати, сожжет, но пофиг. Кува. Такого потом. Молодец. Ты, блин, душеметом. О, хорошая идея. Сколько ты будешь носить? Эй, только стань нормально. После нее нельзя уйти, если что. Добивай. Газом. 80... А, да. Точно. Все. Нету газа. Как думаешь, сколько по времени мы его проходили? 17 минут. Откуда ты знаешь? Ты тоже включил записи? Ну да. Ты сказал. Сила холода, защита от холода, регенерация. Блин, офигенная шапка. И два снежка. 400 фузов. И два снежка. Кстати. А это уже бит. Сила холода пи... Сила холода 40. А, это хуже. Но зато тут регенерация 10. Так. Защита от утопления, точно. Офигенная шапка на ставке. Слушай. Офигенная шапка на ставке. Какая? Защита от утопления. Ну так у меня в мече архидемона тоже есть такое. Ну в этом прикол, то что ты теперь на двух персов можешь. Два перса у тебя не топятся. Ух ты. Позор. Давай. Дубль 3. Орму еду. Блин. О, так. Уже получше. Только поставь нормально этого. Ты забыл? Тебя ошибки не учат? Так. Нафиг яблоко. Нафиг яблоко. Так, и газ, да? Да. Бум. Молодец, потому что им легко промазать. Ну, это не для меня. Я всегда попадаю. Фух. Не скидывай голема. Зачем ты скидываешь голема? Не надо. Они тэпаются, когда вместе. Лучше затравить. Хорошая идея, но я лучше кину блокиратор. У меня времени нет, блин, когда я захотел травить. Так, тихо. Не, вот не надо архибот. Архибот его прикрыл. Подожди. Блин, да. Знаешь, как повезло бы только что. Главное, что по фермеру попали, понимаешь? О, кстати, ты можешь ударить теперь. А ну-ка, блин. Четко в тебя прилетело. Тихо, 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 тихо.
Сопля! Бум. Вообще можно липучку? Куба. Блин, надо лететь. Вот это ты себе сделал рай, конечно. Это было не... Хорошо, что он только на один этот. Ой, охранник обезвреживает. Опа. Понял Фиговый. намек. Ну тут уже летать И не поле, и поле, и придется. поле поставь, поле поставь. Куда? Куда-нибудь. Как думаешь, достану? Согласен. Блин, так я отлечу. А. Тут проблемы не отлетишь, тут проблемы в попадании. Да блин, ты кривобалку поставил. Тебя бьют. Мне Ну кажется, тебя блин, хотят убить. сколько время? 0042, твою дивизию. А я еще в три ядро хотел поиграть. Слушай, а я еще хотел как-то не подготовиться. Плохо. Насколько все плохо. Трындец. Насколько все плохо. Жесть. Твои планы? Скинуть его лазерами? Кстати. Я бы на твоем месте скинул бы его лазерами. И потом ударил по куладу. Ну, ты бы так сделал, я так не сделаю. Может, ты блок поставил бы? Блин, я не успел бежать. А ты не Теперь у меня хочешь на вопрос. фермера там поставить? Он опять прикроет. Не прикроет. У него две балки. Да пофиг, поставь. Какая разница, прикроют сейчас или потом? Ну, зато. Зато урон, да. А как мы... А если бы... Как ты... Опа. Фермер решил сам себя побить. Как ты предлагаешь бить архибота? О! А нет, все равно никак. Хотя нет, можешь! Если ты поставишь балку, но ты должен поставить две балки. А нет, ты не сможешь. У тебя есть якорь? Нету. Тебя там могут вынести, но я буду молчать, так что ладно, сам думай. Мне сейчас охранник вынесет. Слушай, я охранник обезвредил. Поставь там палку и ударь архибота. Кувы. Поставь Тут балку не... нам. Иди туда. Иди туда. Поставь балку под нами, чтобы нас как-то не вынесли. И ударь архибота. Яркарь поставь, отдали от меня. Блин, нас двоих сейчас будут пить. Сука. Сейчас
охране вас тупо вынесет, понимаешь? Нет. Я Нет, просто охрана думал, не почему вынесет. Нас вынесет архибот. Ой, фермер. Пожалуйста. Пожалуйста. я просто удивлен, как они нас не вынесли. Ой, нет, нет, нет. Уходи. Да ранит. Ну, ну, почти, ну. Ранец, ранец. Эй, кстати, у меня блок заканчивается. Слышишь? Посмотри, где я стою. Ладно, я понял. Намек. Дебила спасать надо. Кто бы говорил? В смысле, кто бы? Ну, в принципе, не так уж и плохо. Поставишь блок. Ну, если не просру опять ход, поставлю. Ну, теперь объектов много. О. Знаешь, что я хочу сделать? Не надо. Просто поставь блок. И понял. Я улетаю от цепли. Понял. Но блок нам нужен, потому что сейчас он захилит себе яблочко, ему будет плохо. И лучше бы ты поставил его в левую, в другую сторону. Да нет, нормально. У тебя летит цепля. А я выучу уже. Так, у меня куча лазеров. Это намек. Ходи его. Топить, я сказал. Чем? Да аккуратно попади на балку. Просто как. Оу. Ты еще кританул по нему. Ну это не очень, блин, это больше он... плохо, чем как хорошо. Нет, 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 нет. Блин. Нихера блин. Себе. Сколько он хп нам сейчас? Хп. Нет, я регенюсь. Осторожно, цапля. Цапля, точняк, я цапля. Блин, да хватит промахиваться веревкой. Ты бесишь. Так. Чем его убить? Чем угодно. Тоже хорошая идея. О, охранник упал. Да это вообще без разницы, знаешь. Сюда. Хотя, если я ударю автоматом. Смотри-ка! Понял, какая это крутая вещь? 14 хп осталось, блин. Блин, я забыл зарядиться! Блин. Очень плохо сломал. Ты можешь лазерами его добить, да? Да-да. Можешь лазерами? Да-да-да. У тебя еще неонная пушка есть. У тебя урона тока! О, мать. Вообще в цепле. Это называется не расслабляйся. Только охранник осторожно. Я предупредил. Я не наговариваю. Я предупреждаю. Я просто... Я его убью. Ура! Цепля не пропадает. Помню. Ну, ну ладно, обновление блокиратора тоже. Точно, сопля. Них, как? Так, не, я, пожалуй, големов буду бить, чтобы у нас сопли было меньше. Я бы сказал, чтобы их вообще не было. Ну, я пожертвовал собой ради этого дела. Нет, он сейчас вылетит. Пожертвовал собой.
Блин. Блин, тупой газ. Это ты тупой. Да в смысле, надо Газ, разобрать короче. этот газ. Очень интересно. Блин, опять сопля. А, блин, морковку не дали. А, это же когда выберется. Кого? А, морковку, ну да. Да, сделай то же самое. Только нормально. Ну ты даже опустил вниз. Не хотелось рисковать. Вали, вали, сейчас сопли. Да я не знаю, каким образом мне это получилось. Все, мочи того хотела. Да блин. Так. В принципе. О, теперь я смогу кинуть туда газ. Ого. Что он снимает много. Так, все, минус голем. Это хорошо. Почти минус я. Это плохо. О, ты не хочешь затянуть 3 зубца, фермер? Да нет. Согласен. Ладно, кинь газ тогда. Это было странно. Ты что-то говорил? Я не Почему она хочу такая ничего. быстрая? Почему она такая быстрая? Потому что мы убили архибода. Блин, фермер. Это ловушка. Кинь просто эту штуку, пожалуйста. Не, газ больше нет. Нету газа? Нету. Липучку. Да не думаю, что больше пойдет. Сопля. О, тут ты робота уничтожил. Это специально для меня? Ну да. Ты же любишь тупить на таких моментах. Согласен. Сейчас только на крашке останется. Блин. 45 и 83 неплохо. Оу. Обидно. Обидно то, что он тебя ударил. Кстати, сопля, ты зря так близко стал. Неплохо. Так было задумано. Его убьет. К 100. И ты тоже осторожно. Офигеть! Я не знал, что такое есть. Чем его Это, убить? Кува. Кува, кува, кува. Он, кстати, сожжет, но пофиг. Кува. Такого потом. Молодец. Ты, блин, душеметом.
О, хорошая идея. Сколько ты будешь носить? Эй, только стань нормально. После меня нельзя уйти, если что. Добивай газом. 80. А, да. Точно. Все. Нету газа. Как думаешь, сколько по времени мы его проходили? 17 минут. Откуда ты знаешь? Ты тоже включил записи? Да, ты сказал. Сила Так. холода, защита от холода, регенерация. Блин, офигенная шапка. И два снежка. 400 фузов. И два снежка. Кстати. А это уже бит. Сила холода пи... Сила холода 40. А, это хуже. Но зато тут регенерация 10. Так. Так здесь защита от утопления, точно. Офигенная шапка на ставке. Слушай. Офигенная шапка на ставке. Какая? Защита от утопления. Ну так у меня в мече архидемона тоже есть такое. Ну в этом прикол, то что ты теперь... Позор. Давай. Дубль 3. Орму еду. Блин. О, уже получше. Только поставь нормально этого. Ты забыл? Тебя ошибки не учат? Так. Нафиг яблоко. Нафиг яблоко. Так, и газ, да? Да. Бум. Молодец. Потому что им легко промазать. Ну, это не для меня. Я всегда попадаю. Фух. Не скидывай голема. Зачем ты скидываешь голема? Не надо. Они тэпаются, когда вместе. Лучше затрави. Хорошая идея, но я лучше кину блокиратор. У меня времени нет, блин, когда я захотел травить. Вот не надо, архивот. Архивот его прикрыл. Подожди. Блин, да. Знаешь, как повезло бы только что. Главное, что по фермеру попали, понимаешь? О, кстати, ты можешь ударить теперь. А ну-ка, блин. Четко в себя прилетело. Тихо, тихо, тихо. Сопля. Бум. Так. Вообще можно липучку. Тихо. Опа, кува. Блин, надо лететь. Вот это ты себе сделал рай, конечно. Это было не... Хорошо, что он только на один этот. Ой, охранник обезвреживает. Опа. Понял. Пиковый. Ну тут уже летать и не придется. И поле поставь, поле поставь. Куда? Куда-нибудь. Как думаешь, достану? Согласен. Блин, так я отлечу. А. Тут проблемы не отлетишь. Тут проблемы в попадании. Да блин, ты криво балку поставил. Тебя бьют. Мне кажется, тебя хотят убить. Сколько время? 0042, твою дивизию. А я еще в триадро хотел поиграть. Слушай, а я еще хотел как-то не подготовиться.
Как все плохо. Насколько все плохо. Трындец. Насколько все плохо. Жесть. Твои планы скинуть его лазерами? Кстати. Я бы на твоем месте скинул бы его лазерами. И потом ударил по кувалду. Ну, ты бы так сделал, я так не сделаю. Может, ты блок поставил бы? Блин, я не успел бежать. А ты не Принял хочешь на вопрос. Фенрата мог поставить? Он опять прикроет. Не прикроет. У него две балки. Да пофиг, поставь. Какая разница, прикроет сейчас или потом? Ну, зато. Зато урон, да. А как мы... А если бы... Как ты... Опа. Фермер решил сам себя подбить. Как ты предлагаешь бить архибота? А нет, все равно никак. Хотя нет, можешь. Если ты поставишь балку, но ты должен поставить две балки. А нет, ты не сможешь. У тебя есть якорь? Нету. Тебя там могут вынести, но я буду молчать, так что ладно, сам думай. Мне сейчас охранник вынесет. Слушай, я охранника обезвредил. Поставь там палку и удари архибота. Кувы. Поставь балку не... нам. Иди туда. Иди туда. Поставь балку под нами, чтобы нас как-то не вынесли. И удари архибота. Яркарь поставь, отдали от меня. Блин, нас двоих сейчас будут пить. Сохраним стопы вынесет, понимаешь? Нет. Я Нет, охрана не вынесет. Нас вынесет архибот. Ой, фермер. Пожалуйста. Пожалуйста. Я просто удивлен, как они нас не вынесли. Ой, нет, нет, нет. Уходи. Да ранец. Ну, ну, почти, ну. Ранец, ранец. Эй, кстати, у меня блок заканчивается. Слышишь? Посмотри, где я стою. Ладно, я понял. Намек. Дебила спасать надо. Кто бы говорил? В смысле, кто бы... Ну, в принципе, не так уж и плохо. Поставишь блок. Ну, если не просру опять ход, поставлю. Ну, теперь объектов много. О. Знаешь, что я хочу сделать? Не надо. Просто поставь блок. И понял. Я улетаю цепли. Понял. Но блок нам нужен, потому что сейчас он захилит себе яблочко, ему будет плохо. И лучше бы ты поставил его в левую, в другую сторону. Да нет, нормально. В тебя летит цепля. Да я выучу уже.
Так, у меня куча лазеров. Это намек. Заходи его. Топить, я сказал. Чем? Да аккуратно, попади на балку. Просто как. Оу. Ты еще кританул по нему. Трындец. Ну это не очень. Блин, это больше ты... плохо, чем как хорошо. Нет, 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 нет. Блин. Нихера себе. Сколько он хп нам снес? Хп. Я регенюсь. Осторожно, сопля. Сопля, точняк, я сопля. Блин, да хватит промахиваться веревкой. Ты бесишь. Блин. Так. Чем его убить? Чем угодно. Тоже хорошая идея. Охранник упал. Да это вообще без разницы, знаешь. Сюда. Хотя, если я ударю автоматом. Смотри-ка! Понял, какая это крутая вещь? 14 хп осталось, блин. Блин, я забыл зарядиться! Блин. Очень плохо я сломал. Да-да. Ты можешь лазерами его добить, да? Да-да. Можешь лазерами? Да-да-да. У тебя еще неонная пушка есть. У тебя урона тока! Оу, мать. Сопля. Это называется не расслабляйся. Только охранник осторожно. Я предупредил. Я не наговариваю. Я предупреждаю. Я просто... Я его убью. Ура! Сопля не пропадает. Я вспомню. Ну, ну ладно, обновление блокиратора тоже. Точно, сопля. Них, как? Так, не, я, пожалуй, големов буду бить, чтобы у нас соплей было меньше. Я бы сказал, чтобы их вообще не было. Ну, я пожертвовал собой ради этого дела. Нет, он сейчас вылетит. Пожертвовал собой. Блин. Блин, тупой газ. Это ты тупой. Да в смысле, надо разобрать этот газ. Очень интересно. Блин, опять сопля. А, блин, морковку не дали. А, это же когда двое. Кого? А, морковку, ну да. Да, сделай то же самое. Только нормально. Ну ты даже опустил вниз. Не хотелось рисковать. Вали, вали, сейчас от сопли. Да я не знаю, каким образом мне это получилось. Все, мочи того хотела. Да блин. Так. Ну, в принципе. О, теперь я смогу кинуть туда газ. Ого. Что он снимает много. Так, все, минус голем. Это хорошо. Почти минус я, это плохо. О, ты не хочешь затянуть 3 зубца, фермер? Да нет. Согласен. Ладно, кинь газ тогда. Это было странно.
что-то говорю. Мне Почему она такая интересует. быстрая? Почему такая быстрая? Потому что мы убили архибода. Блин, фермер. Это ловушка. Кинь просто эту штуку, пожалуйста. Не, газ больше нет. Нету газа? Нету. Липучку. Да не думаю, что больше пойдет. Сопля. О, тут ты робота уничтожил, это специально для меня? Ну да. Ты же любишь тупить на таких моментах. Согласен. Сейчас такой на крашке останется. Дым. 45 и 83, неплохо. Оу. Обидно то, что он тебя ударил. Кстати, сопля, ты зря так близко стал. Неплохо. Так было задумано. Его убьет. К 100. И ты тоже осторожен. Офигеть! Я не знал, что такое есть. Это, Кува. Кува. Он, кстати, сожрет, но пофиг. Кува. Такого потом. Молодец. Ты, блин, душеметом. О, хорошая идея. Сколько ты будешь носить? Эй, только стань нормально. После нее нельзя уйти, если что. Добивай. Газом. 80... А, да. Точно. Все. Нету газа. Как думаешь, сколько по времени мы его проходили? 17 минут. Откуда ты знаешь? Ты тоже включил запись? Ну да, ты сказал. Сила так. Холода, защита от холода, регенерация. Блин, тут офигенная шапка. И два снежка. 400 фузов. И два снежка. Кстати. А это уже бит. Сила холода, сила холода 40. А, это хуже. Но зато тут регенерация 10. Так. Так здесь защита будет... от утопления, точно. Офигенная шапка на ставке. Слушай. Офигенная шапка на ставке. Какая? Защита от утопления. Ну так у меня в мече архидемона тоже есть такое. Ну в этом и прикол, то что ты теперь на двух персов можешь. Два перса у тебя не топятся. Ух ты. Да, прикольно. Ну, в принципе. О, теперь я смогу кинуть туда газ. Ого. Что он снимает много. Так, все, минус голем.
Это хорошо. Почти минус я. Это плохо. О, ты не хочешь за 93 зубца, фермер? Да нет. Согласен. Ладно, кинь газ тогда. Это просто. Это было странно. Ты что-то говорю? Почему она такая быстрая? Почему такая быстрая? Потому что мы убили архибода. Блин, фермер. Это ловушка. Кинь просто эту штуку, пожалуйста. Не, газ больше нет. Нету газа? Нету. Липучку. Да не думаю, что больше пойдет. Сопля. О, тут ты робота уничтожил. Это специально для меня? Ну да. Ты же любишь тупить на таких моментах. Согласен. Сейчас такой на краешке останется. Дым. 45 и 83 неплохо. Оу. Обидно то, что он тебя ударил. Кстати, сопля, ты зря так близко стал. Неплохо. Так было задумано. Его убьет. К 100. И ты тоже осторожен. Офигеть! Я не знал, что такое есть. Это, Кува. Кува, Кува, Кува. Он, кстати, сожрет, но пофиг. Кува. Такого потом. Молодец. Ты, блин, душеметом. О, хорошая идея. Сколько ты будешь носить? Эй, только стань нормально. После нее нельзя уйти, если что. Добивай. Газом. 80. А, да. Точно. Все. Нету газа. Как думаешь, сколько по времени мы его проходили? 17 минут. Откуда ты знаешь? Ты тоже включил запись? Ну да, ты сказал. Сила так. Холода, защита от холода, регенерация. Блин, фу. Офигенная шапка. И два снежка. 400 фузов. И два снежка. Кстати. А это уже бит. Сила холода, сила холода 40. А, это хуже. Но зато тут регенерация 10. Так. Так здесь защита будет... от утопления, точно. Офигенная шапка на ставке. Слушай. Офигенная шапка на ставке. Какая? Защита от утопления. Ну так у меня в мече архидемона тоже есть такое. Ну в этом прикол, то что ты теперь на двух персов можешь. Два перса у тебя не топятся. Ух ты. Да, прикольно.